Приветствую! В нашем обзоре сегодня печи, которые не нуждаются в представлении. Это печи Везувий. Но они очень необычные. И в первую очередь необычные они тем, что у них почти что уникальная форма. Это печи, которые напоминают внешним видом бочку. Причем два варианта. Классический, закрытая бочка. И такой ажурный вариант – кованая бочка, которая целиком заполняется камнями. Печи интересны тем, что это печи с закрытой каменкой в двух вариантах. Конвекционная и печь-сетка. Сейчас мы подробно их рассмотрим. Подробный обзор конструкции. Нам проще начать с печи Сандуны с закрытым конвектором, так как в него не уложены камни. Но здесь можно увидеть классическую чугунную топку от компании Везувий. Очень качественно отлитую, с толстыми стенками, с ребрами жесткости. И с тыльной стороны видим необычный элемент. Здесь находится патрубок для подключения воронки, которая будет подавать воду в закрытую каменку. Закрытая каменка находится внутри топки, и огнем омываются ее все стенки. Передние, боковые, верхняя и, естественно, дно каменки. Несмотря на то, что вот эта конкретная модификация – это конвекционная печь, но даже она заполняется целиком и полностью камнями. То есть ее можно заполнить боковые стенки камнями снизу до верху. И войдет сюда около 120 килограммов камней, а возможно даже и больше, в зависимости от фракции. Конечно, кроме основной закрытой каменки, можно использовать камни, которые уложены вокруг коллектора дымосборника. И даже в этом случае пар будет получаться очень качественный. И парильщикам можно будет варьировать микроклимат в парной, используя пар либо с закрытой каменки, либо с открытой. А вот печь-сетка, хоть и на первый взгляд кажется очень массивной, выглядит на самом деле очень оригинально. Большая масса камней прогревается довольно долго, но пар с закрытой каменки можно получать уже через час после начала протопки. Чугунные печи Везувий и Сандуны, конечно, интересны внешне. Но они открывают и безграничные возможности для парильщиков, которые смогут комбинировать пар, получаемый из закрытой и открытой каменки. Можно выбрать печь конвекционную, а можно и выбрать классическую печь-сетку. Также эти печи интересны тем, что они очень долго служат, ведь их топки изготовлены из качественного литейного чугуна и при бережном обращении прослужат не один десяток лет. Спрашивайте печи Сандуны в магазинах Farnax, заказывайте их на сайте farnax.ru, но будьте готовы к тому, что на эти печи будет очередь, ведь они настолько уникальны, что разлетаются как горячие пирожки. Желаю вам удачи в заказе, легкого вам пара, до новых встреч, счастливо!